Всем привет, вы находитесь на канале Hard Reset Info, и в этом видео я вам покажу, как включить или выключить полноклавиатурный режим для людей, которые играют в Minecraft на компьютере. Для того, чтобы это сделать, заходим в настройки, клавиатура и мышь, и включаем либо выключаем полноклавиатурный режим. Если мы включаем полноклавиатурный режим, у нас появляется бегунок с плавной скоростью вращения. Также можем с ним повзаимодействовать. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Всем пока-пока.